Друзья, добрый день. Сегодня юристы из «Диктатуры закона» поздравляют всех своих друзей и подписчиков канала с наступающим новым 2019 годом. Огромное спасибо, что были все это время вместе с нами. Мы, несмотря на иногда поступающую критику и благодарность, делали свое любимое дело. Консультировали, оказывали юридические услуги, вели судебные дела и, когда это удавалось, делились с вами своим опытом. Хотелось бы сказать, что за этот год у нас было 13 выпусков и 3 как бы документальных. В общем, успели совместить приятное с полезным, и в итоге сегодня канал набрал более 10 тысяч подписчиков, мы имеем почти 900 тысяч просмотров наших видеороликов, а это уже ни много и ни мало, 3,5 миллиона минут. И знаете, друзья, сколько бы мишуры не появилось в нашей жизни в последнее время, мы ни на секунду не забываем все эти результаты целиком и полностью благодаря вам. Обещаем в следующем году видеться чаще и делать правовой контент еще лучше. И не потому, что традиционно Новый год связывает с надеждами на лучшее в нашей жизни, а скорее всего, что мы новички на просторе YouTube и мы только учимся. Вам же хотим пожелать, чтобы в 2019 году вашими верными спутниками стали добро, успех и признание. Желаем вам творческого финансового роста, стабильности, полезных знакомств и приятных открытий, реализации новых проектов и покорения новых вершин. Были искренне рады, что были кому-то полезны в этом году. Кидайте нам новые темы для правового разбора. Всех обняли и затихаем примерно до конца января. Будем скучать, учиться и прибавлять. Пока!